Богомолы среди самых популярных насекомых в мире. Многие держат их в качестве домашних питомцев. На планете есть более 2300 видов богомолов, и многие из них встречаются в Бразилии. Впрочем, четкой классификации нет. Образцы собирали не систематично. Ситуация стала хуже после пожара в Национальном музее Бразилии. Он уничтожил коллекцию богомолов, а вместе с ними еще 5 миллионов экспонатов насекомых. Теперь же два бразильских биолога задались целью восстановить коллекцию богомолов. Говорят, что ими движет большая любовь к этим безвредным для человека насекомым. И по этой же причине насекомых они не убивают. Их коллекция живая. В рамках проекта мы их выращиваем, и это отличается от работы энтомологов, которые убивают насекомых. Мы всех держим живыми. Чтобы найти новые виды богомолов, энтузиасты часто начинают исследовать леса ботанического сада Рио-де-Жанейро в вечерних сумерках. Работа нередко продолжается всю ночь. Богомолы обычно сидят на листьях и ветках, охотясь на других насекомых, бабочек, мотыльков и даже небольших птиц и ящериц. Проект «Богомол» основали 3 года назад, когда его участники еще учились в университете. В то время они взяли взаймы небольшую коллекцию этих насекомых у Национального музея, чтобы описывать новые виды. Эта коллекция единственная уцелела после пожара. Теперь биологи ее расширяют. Насекомых добавляют туда только после того, как они умирают по естественным причинам. Различить разные виды богомолов очень сложно, поскольку многие имеют лишь небольшие отличия. При этом биологи не занимались их систематичным описанием, поэтому существует очень мало подобных трудов. Свою новую коллекцию биологи-энтузиасты хотят впоследствии передать Национальному музею.